Дорогие друзья, дорогой Армен Абгарович, как я счастлив, что могу вас поздравить с 50-летием. Я даже как-то даже не понимал, сколько вам лет. Мы много лет знаем друг друга. И посмотрите, ваша жизнь как искра на небосклоне армянской медицины. Знаете, с вами очень просто и очень тепло. Вы человек думающий, вы человек энергичный, вы добрый человек. И скажу, что не всегда жизнь к вам поворачивалась хорошей стороной. Вы прошли путь замечательного профессионального становления, занимались урологией. Затем вы были министром здравоохранения Армении. И я вообще вам не завидовал, потому что организовывать здравоохранение в стране, где огромное число частных клиник, а не государственных клиник, и решать эти проблемы, это не так сложно. Но я видел вас в роли министра и скажу, что я был восхищен и полетом вашей мысли, и делами, которые вы делали. И думаю, еще бы могли делать. Вы не огорчайтесь, у вас жизнь еще только начинается. Вы еще очень молод, вам только 50. И ваша работа сегодня как ректора медицинского университета, она очень интересна. Вы знаете, вот к чему вы не прикасаетесь, вы человек, который не разрушает, а который создает. А таких не очень много. У меня очень теплые чувства к вам. Я считаю вас своим близким другом, несмотря на разницу лет. Я всегда рад видеть, всегда рад вас обнять, всегда рад с вами поговорить. Вы мудрый человек. И я думаю, что у вас еще в жизни только все начинается. Вы почти в два раза моложе меня. Шутка. Да? Ну, дорогой мой человек, Армен Абгарович, я вас целую, я вас поздравляю. Не печальтесь. Жизнь поворачивается иногда по-разному, но я очень надеюсь, что вы еще очень-очень много сделаете для здравоохранения Армении и вообще для Армении как страны. Вы патриот. Вы хотите, чтобы в Армении было все очень хорошо. И я хотел бы, чтобы это так действительно было. Поздравляю вас с 50-летием. Благополучия, здоровья. И не только вам, но и родителям, которые произвели на свет такого чудесного совершенно человека. Целую, поздравляю.